Всем привет, с вами канал Белостова, и посмотрите на мой бандикам. Вы все, ребята, сами видите, у меня осталось всего 9 гигабайт. И, если честно, я сейчас не знаю, как решить эту проблему, поскольку, возможно, хотя я должен сейчас эту проблему как-то решить, но я хочу обратиться к вам, к подписчикам. Потому что это решение мне сейчас как раз таки важно. Как пополнить гигабайты на бандикам. Потому что мне оно нужно. И пока еще полностью не исчерпал все гигабайты бандикама, сделаем реакцию на добряка. На нашего старого доброго добряка. В ролике «Как я чуть не умер». Так, взял бутылочку. Давайте, начнем. Заодно помогите мне. Врывайся на морские просторы. Не у меня в друзьях. Но даже, знаете, стоп. Я вообще... И 2 миллиона кредитов. Врывайся на морские просторы. Не нужно, давай. Знаете, я вообще ни разу не экстремал. Не хожу каждый день по лезвию бритвы, а опасность не у меня в друзьях. Типа позвони мне, красавчик. Но даже у такого мне, домашнего парня, как я, было несколько случаев, за которые мне могли дать премию Дарвина. Помню, в мои шкетские годы я иногда похаживал в художественную школу. Но, как вы можете заметить по кривой рисовке, довольно недолго. Так вот, в один зимний денек я с товарищем, как обычно, шел постигать секреты изобразительного искусства. Так. Всем известно, что нормальные пацаны через ворота не ходят. Они пролезают через забор. Я был нормальным пацаном, но далеко не самым умным. Смотря как аккуратно и неуклюже перелазит через забор мой товарищ, я решил, так сказать, понтануться и показать, как... Ребят, посмотрите, как он перелазит через забор. Заметьте, руки находятся не на вот этих вот балках. Такое ощущение, словно он трогает невидимые балки. И возникает ощущение, что вот это вот пустое поле, как бы стекло. Как будто он по стеклу так лазит. Товарищ, я решил, так сказать... понтануться и показать, как правильно нужно это делать. Давай. А именно спрыгнуть с самого верха и приземлиться на одно колено, как супергерой. Ну вот я... Правда, есть одна проблема. Ты сломаешь себе колено. Я стою на этом заборе, говорю ему, смотри как надо. Делаю прыжок веры, и штырь забора зацепляется за громоздкий пуховик, протыкает его изнутри, и я повис, как распятое говно. Сказать, что мой товарищ засмеялся... Проще говоря, тебя придавливает вот здесь вот куточка, твою шею. Ничего не сказать. Он просто был в истерике. В это время... Ха-ха-ха, обращаться это называется. В его плане, а в моем плане это уже все. Был такой громоздкий, я просто не... Верная смерть от повешения. Я хотел помощи по типу, эй, алло, я тут умираю вообще-то. Но все, что я мог, это только кряхтеть и биться в конвульсиях под дикий смех. И тогда я подумал, все, это конец. По какой-то странной причине куртка в этот момент не рвется. Она упорно держится на кончике этого забора. Я сейчас подохну под смех этого дебила. И, возможно, обосрусь. В итоге, каким-то предатель. Чудом, мой приятель наконец заметил, что что-то неладно. И расстегнул да ну мой пуховик. Мне даже страшно подумать, что было бы, окажись я... А до этого сам не сделал этого, в смысле, не расстегнул пуховик. И задушенный собственным пуховиком. Думаю, сильно бы озадачил администрацию художественной школы. Я, кстати, еще очень легко отделался, потому что штыри забора были реально острые. При неправильной траектории я мог просто упасть на них жопой. Так что, ребята, выбирайте ворота. И тогда ты бы не только бы порвал штаны, но и порвал бы себе очко. Зашел со мной не так уж давно. Мой друг позвонил мне и радостно заявил, что теперь у него появился... автомобиль! У меня, кстати, другой вопрос. Почему у него камера выглядит как... Ну, вы поняли. Решил прокатиться. Конечно, в качестве первой машины у моего друга не мог появиться Porsche. Но это было лучше, чем Porsche. ВАЗ! Советский мускул-кар под ну, почти. Именем Москвич 412. Москвич. На ходу. Это было слегка голословное заявление. На ходу, но без бампера. И самое интересное, оно было не только без бампера, но еще и без номеров. Нелегальное вождение. И бросили через несколько метров. Да. А все потому, что вождение этого автомобиля было сродни эквилибристике. И завести его мог только мой друг. До этого момента я, например, вообще не знал, что в машине существует, внимание, подсосик. Я не шучу. Это такая штука внизу руля, которую вытаскиваешь и получаешь форсаж для бедных. Ну так вот, едем мы на этом скакуне города по городу. Выезжаем на перекресток, и вдруг случилось невиданное. Наш крейсер заглох. Я посади дороги и вижу, как и посади переулка. На бешеной скорости огромный джип и водитель вообще не смотрит на дорогу. Я начинаю орать. Мой друг, судорожно пытающийся завести, тоже начинает орать. В штанах теплеет, и в самый последний момент, прямо как в кино, на каких-то диких оборотах машина наконец заводится, и мы едва не стали частью местных новостей.
Так, вот сейчас у меня возникает вопрос. Если она заглохла посреди дороги, как она потом тогда сама завелась? Кто ее заправил? Кто-то починил ее? Или машина вдруг сама починилась внезапно? Как это вообще произошло? Кстати, водитель джипа даже ни на каплю не сбросил скорость. Пидор! Извините. Да потому что у него, блин, телефон был, конечно, но он не сбросит газ. Я уверен, что вы все ждали каких-нибудь трешовых историй про то, как я дрался насмерть с проституткой с помощью батона и крабовых палочек. Ты уже рассказал. И прокачивали медики после разрыва пакетика кокаина в прямой кишке. Ты уже рассказал. Со мной ничего подобного не происходило. Если у тебя есть более интересная история, как ты чуть не попрощался с жизнью, напиши ее в комментариях. Слишком я их всегда даже читаю. Ну и само собой, ты всегда читаешь комментарии? Да что ты говоришь? А по-моему ты нам врешь, как обычно это делают ютуберы. Читают комментарии. Типа они читают комментарии. Они наконец-то почитают мой комментарий. А на самом-то деле они не читают ваши комментарии. Им на вас наплевать. А мне нет. Так, ну что там у меня с бандикамом-то? Один гигабайт уже ушел. Фух, ребят, даже не знаю. Ну реально, мне нужна ваша помощь. Как восстановить гигабайты бандикам? Я хочу снимать видео, тем более. Летсплей хочу снимать. Реакции хочу снимать, но блин. Мало. Вот, посмотрите, мало у меня гигабайт. Мало. Мне нужно дополнить. Мне нужно вернуть обратно свои 400 гигабайт, по-моему, там было 400 или сколько там, я не помню уже. Вот, так что помогите мне. Спасибо, что меня смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и удачи. И жду в комментариях способы по тому, как вернуть гигабайты в бандикам.